Пожары, наводнения, аварии и катастрофы. От этого, к сожалению, никто не застрахован. На помощь во всех этих ситуациях приходят спасатели. Они настоящие герои, сильные, храбрые, не безучастные к чужой беде, готовые всегда прийти на помощь. В своей работе они постоянно сталкиваются с чужой болью, при этом нередко и сами оказываются в опасных ситуациях. Но несмотря на это, они всегда готовы прийти на помощь. Будь то ликвидация пожара, оказание первой медицинской помощи или безвозмездная сдача крови. А потому, когда специалисты Брестской станции переливания крови обратились к спасателям, те сразу откликнулись. Сдаю кровь не первый раз. Ну, ранее, где-то около 5 лет назад сдавал. Почему сейчас? Предложили поучаствовать в этой акции. Почему нет, если можно помочь людям? Я только за. Хочется людям помочь. И бы не стоять же в стороне, когда такая сложная ситуация в стране. Да и в мире, в принципе. Почему бы и нет? Спасатели Брещины всегда готовы прийти людям на помощь, как ликвидация чрезвычайной ситуации, так и проведение акции добрых дел по сдаче донорской крови, для того, чтобы всегда можно было помочь людям, которые это необходимо. Да, брестские спасатели никогда не остаются в стороне в трудную минуту. Они готовы пройти и огонь, и воду, лишь бы спасти человека. А потому на акцию безвозмездной сдачи крови без промедления откликнулось более 40 человек. Потому как каждый из них хорошо понимает, что хранилище крови должно пополняться ежедневно, ежечасно. Ведь согласно статистике, каждый третий больной, поступающий в стационар на лечение, нуждается в применении компонентов и препаратов крови. Запасы крови у нас должны быть постоянные, в том числе и на случай чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Поэтому в связи с тем, что вы знаете, что идет пандемия коронавирусной инфекции COVID-19, многие доноры выбывают из строя по причине заболевания, а запасы крови пополнять нужно все равно, поэтому мы сотрудничаем с организациями, который может приехать и заготовить кровь от здоровых доноров. И, конечно же, преимущество и приоритет идет сдача крови на безвозмездной основе. По словам организаторов, выездная форма работы себя оправдывает, ведь в непростое время пандемии человек не всегда может найти время и возможность съездить на станцию переливания крови, в то время как организованно вместе с коллегами сделать это гораздо проще. И сегодня в очередной раз вы видите так, как бойцы системы МЧС сдают кровь, и все понимают, что эта кровь действительно нужна тем людям, нуждающимся, которым она действительно будет необходима. Поэтому, наверное, сегодняшним мероприятием мы показываем еще раз то, что и Красный Крест, и МЧС, они призваны помогать людям. И в это сложное время мы опять хотим сказать о доброте, которая должна присутствовать у человека, любви и понимании друг друга. Поэтому, наверное, вот это и очень важно, что люди, которые спасают людей, оказывают такую помощь. Донорство – это благородный поступок, который может спасти не одну жизнь. И брестские спасатели это хорошо понимают.